называется «Дизайн обоев». Представьте себе, была такая фирма полиграфическая, выпускала порно-календари, переквалифицировалась на дизайн обоев. Итак, разговор заказчика, ну, собственно, с исполнителем. Аплодисменты! Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы просили так разработать обои для квартир. Так, так, так. Вот, ну вот такой вот эскизик есть, как бы, ну, нашей фантазии. Ну, давайте. Вот, вот такие вот обои будут в детской комнате. Вот. В детскую, да? В детской, да. Вы знаете, вот эти вот сплетающиеся линии, вот они похожи на вот тела, как в Камасутре. Вот это. Так это же мишки. Мишки? Ну да. Как гамми такие рассмешанные. Ну, ну, пусть хорошо, пусть будут мишки. Только вот этого здорового мишку уберите, который всех чпокает, хорошо? И будет нормально, как мишки в сосновом бору. И деревьев натыкайте. А, да, хорошо. Не туда, чтобы лес был. Хорошо, хорошо. Ну так, ну не очень, честно говоря, не очень. Не, не знаю, не что-то очень. Мне не очень нравится. Ну, ну нормально, вот смотрите, вот, вот такие вот обои. Вот что это? В ванную, вот просто вот голая баба. Вот. По-моему, классно. А что она в пальто? Ну, это моющиеся обои. Не понял. Ну, вы знаете, вот такие вот обои, когда вот намочишь, и так вот и пальто исчезает, знаете? А, да. Интересно, да. Так прикольно, моешься, моешься, так скучно, ты так раз ее душик, и она... Да. Так. Любопытно. Моешься, моешься, она так подсыхает, подсыхает, а ты ей такой, не спеши одеваться, крошка, и она так раз и опять. А если дети зайдут в ванну и водой плюс, ну что будет? Ну, пусть знает, что женщина без пальто, она такая вот, вот. Нет, это ужасно, все, спасибо. Подождите, ну еще хотя бы, вот смотрите, вот отличный эскизик, что? Вот это в зал. Просто в зал. Это в зал? Да. Что это за оргия вообще, что это такое? Что значит оргия? Оргия просто. Это остросоциальные обои. Какие социальные? Это бедные филиппинские кварталы. Так, то есть вы считаете, что вот они голые, да? Грязные в этой антисанитарии вот этим занимаются, даже все друг с другом, что да? Что значит занимаются? Это классовая борьба. Какая борьба? Это вот в бедный квартал зашел богатый сеньор, и они его наказывают за все его вот, вот. А как видно, что он богатый? Ну вот, одежда рядом лежит, вот дорогая, вот телефон, часы, вон чувак побежал с часами. Ну, неплохо, в принципе, интересно. Единственное, что давайте, я предлагаю так, далеко очень от наших реалий, давайте оставим то же самое, только назовем там, допустим, Лужков приехал в Карпаты и по его поймали гуцулы. А так все нормально, вот все остальное очень... Рисуем орнамент. О, уже пёрыш. Лучше, хорошо. Смирите. Давайте еще. Да, ну, давайте. Вот спальню. Ну, спальня, естественно, это спальня, поэтому мы тут решили себя вот не ограничивать никакими. Вот, вот да? Это в спальне, чтобы ты лежал. Ого! Ну да, да, это спальня. Это он еще до инаугурации, да? Это, да, 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 да. Ну вы дали, конечно. Да. Смело, да, смело. Да. Так, и она же тоже. А можно вот, чтобы вот ее, можно так, как моющийся обои, да? Шубка? Да, что? Вот чтобы белая шубка, чтобы так водой, чтобы шубка исчезала. А коса? А коса, чтобы оставалась. Да, это мне нравится. Это мне нравится. Вот это уже лучше. Уже. Давайте еще что. Ну вот, вот коридор. В коридоре, ага. Ну просто нейтральная тема. Нейтральная тема, космос. Космос, да? Зашел и все, да. Почему в центре голая баба какая-то, что это? Ну, это созвездие Девы. Вот, а если вот так, то рака. Ну, не знаю, не очень, не знаю, мне не нравится. Ну, посмотрите, давайте, еще один эскизик, все, пожалуйста. Ну, хорошо. Ну, это... Один эскизик, посмотрите. Что это, что такое? Ну, что? Это в какую комнату вообще? Что это такое? Что значит, какую комнату? Ну, что тут непонятного? Мужик жарит курицу, это только на кухне. Нет, спасибо, не надо. Спасибо большое. Вы думаете. Номер называется «Случай в единственном турбюро в городе Знаменка Кировоградской области». Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень я хочу видеть. Поехать в Австралию. Прекрасно, но не советую. Сейчас там туземцы, понимаете? Чего? Туземцы. Бумеранги бросают, это ужасно. Куда? В людей. В головы? Вот видите синяк. Да. Ездил, группу возил, понимаете, все. Выбери иллюминатор, все, рукой держал всю дорогу. Невозможно. Давайте лучше, знаете, куда? В Египет. Сейчас не хороший. Не надо. Я хочу поехать
В Китай! Не, ну в Китае сейчас там была... Чинь-чунь! Не, там Олимпиада, еще куча людей, не все выехали, кто-то не уехал, места нет. Я приду, ну там можно, там вот плохая гостиница, никаких условий, питание ужасное, далеко от центра. Можете, если хотите? Нет! Давайте лучше в Египет. В Египет есть хорошая, сейчас хорошая путевочка. Не надо Египет! Ну как, ну не хотите Египет? Тогда давайте поедем в Берлин. Там сейчас гей-парад. Ну что, куда? Зачем сейчас ехать? Я не как участник. Я как зритель хочу. Я возил группу в прошлый раз. Ехали как зрители. Кто их спрашивал там, такие зрители, не зрители? Честное слово. Андрей Сергеевич, я правда. Вы ж, я плохого не посоветую. Вот есть хорошая путевка в Египет. Нет, не надо. Я не хочу тупо валяться на пляжах. Я хочу смотреть мир, достопримечательности. Не хотите лежать на белоснежных, солнечных, комфортных пляжах Шарм-эль-Шейха, омываемых лазурными волнами прекрасного Красного моря? Нет! Ну хорошо, вот. Я хочу поехать в... Памятники, памятники, я понял, памятники, вот. Единственное сохранившееся чудо света, вот пирамиды. Да не буду я смотреть эти ваши пирамиды! Я три раза в вашем агентстве ездил уже в Египет! Три раза! А пирамиды? Эти пирамиды! Шесть часов мухи, жара, автобус, две фотографии, опять шесть часов мухи, жара, автобус! Выбирайте куда, вот, вот список стран, куда хотите, давайте. Я хочу поехать в Европу. Давайте куда, вот, вот давайте куда, давайте, вот что, что. Норвегия. Там не сезон, там слякоть сейчас, не нужно. Нидерланды. Ну, Нидерланды, ну не знаю, а Шенген. Вы давно не стояли на коленях в посольстве. Вы... Мухи, жара, посольство, 6 часов, перестаньте, правда. Андрей Сергеевич. Ну вы... посоветуйте что-нибудь. Я бы вам посоветовал Лондон. Но лучше Египет. Египет это просто 100%. Пляж, вы все знаете, вы там были три раза. Я три раза был там! Египет не узнает за три раза, да. 4, 5. Пирамиды, мумии, фараоны. Не надо, я не хочу никакого Египта! Выбирайте страну. Саудовская Аравия! Там до сих пор не отменили смертную казнь. Башку отрубят тебе, понимаешь? Будешь валяться на песке, вот так трепыхаться. А Египет это цивилизованная страна. Комфорты, трехзвездочный отель, прекрасный с видом на море. Бельгия! Оспа. Колумбия. Наркомания. Канада. Огромные безлюдные заледневшие просторы. Америка. Кризис. Чили. Пиночет. Он умер. А дело его живет. Выбирайте. Аргентина. Нищета. Бразилия. Преступность. ЮАР. Как ЮАР? Просто... ЮАР было. Конго. Каннибализм. Вот эти солнечные берега. Какие солнечные берега? Веселые солнечные забыли, берега. Забыли солнечные берега. Не было солнечных берегов. Не было солнечных берегов. Ничего не забыли. Андрей Сергеевич, смотрите, вот список. Ну что вы, честное слово, правда? Перу. Одумайтесь, какое Перу? Где это вообще? Я протупил. Ну? Израиль. Что вот эти знаки означают? Пусть люди посмеются. И все расскажи. Израиль! Сейчас будешь еще раз говорить. Израиль! Там Киркоров выступает сейчас. Не надо. Вот тем более, видите, я говорил. Давайте другую страну. Давайте. Перу. Было Перу. Венгрия. Там забастовка авиадиспетчеров. Боливия. Там нет авиадиспетчеров. Филиппины. Там преступность и наркомания, и алкоголизм. Так это ж клёво. Я забастовка и диспетчер тоже, да, всё. Я сам тоже. Да, да, забастовка. Выбирайте сами по карте, всё по карте. Выбирайте, что? Выбирайте, ну, вот, ну. Ливия. Хорошо. Хорошо. Чуть правее. Алжир. А что ещё правее? Судан. Чуть выше. Египет. Вы сами сказали. Вы сами сказали, что Египет. Египет. Прекрасный выбор, комфортабельный, трехзвездочный отель, очень хорошо, с видом на море, отличные гиды, вся анимация. Не надо меня трогать за руки! Я не поеду в ваш Египет! Да, ладно. Я не поеду в ваш Египет! Для вас, Андрей Сергеевич, специально для вас. Да. Вы были в Эль-Минья? Как? Эль-Минья. Атмосфера тайн и загадок. Эль-Минья? Незабываемые закаты и невероятные... Тайны древних цивилизаций. Эль-Минья. 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 Поедете? Поеду. Подписывайте. Подписывайте, да, подписывайте. Все, вон а там как. А где это? В Египте. Мне не хочется!